Вот. Выбираем помидорчик для салата. Какой-нибудь. Не знаю даже, что выбрать. Вот этот вот Дон помидор. Вот этот вот. И этот отложим. Этот. Так, что тут? Вот такие, пожалуй. Сегодня у нас будет салат из таких вот помидор всяких. Заковыристых. Вот. Слушайте, я в этих названиях запутался. Надо будет как-нибудь записать себе. Вот эти, кстати, вкусные. Серо-буромалиновые. Вот. Вот, классно будет. Такую приличную банку все равно не залезет. Пойду строгать. Так. Зажгем в деревне свет. А то в деревне как-то темно стало. О. Вот так вот. А то в деревне без света как-то скучновато. Живет в деревне. Там что-то едет. Сейчас для салата наберем перчика. Огурец возьму. Ну. Тиха. Тиха белорусская ночь. Почти как украинская. А вот тут у нас в этом году, кстати, не ожидали. О. Яблочки такие у нас красивые, наливные. О. Можно сказать, даже подарок судьбы. О, небо чистое. Завтра, наверное, будет хорошая погода. Съездим на гору Маяк, на Брославское городище, наверное, заедем. Наберем контенту. Ведра два. Интересно, когда начинаешь снимать, начинает нравиться все это дело. Как-то кажется, ну, может, людям интересно это все. Вот зажег в деревне свет. Потому что у нас там в эту сторону километр, ни одного столба, в эту сторону вообще, по-моему, где-то там еще. Вот, зажег свет в деревне. Вон яблоки, видите, как? Отремонтировал свой велик. Как-то в связи с моторизацией велики стали не очень... Да и ленивый уже возраст. Проще на педаль тапком давить, чем крутить педали эти самые. Ну вот восстановил. Купил новую покрышку, новую камеру. Надеюсь, будет нормально работать. Хороший велик. Настоящий Келес. Вот купил его когда-то. Можете себе представить, этот келес стоил почти 300 баксов. 300, какие 300? 330 или 340 долларов в центре. Это был, наверное, 2005 год, когда я его покупал. На нем и сын откатался. Ну и мне он как бы достался по наследству. Сын уехал. Ну а я сейчас на нем, так сказать, периодически перемещаюсь. Интересно, только сейчас заметил, как яблоки блестят в свете. Вот, кстати, у нас вот эти фонарики я покупал в 2018 году, когда сюда приехал. Думаю, ну пускай висят, свет дают. Берешь сюда алкалайновую батарейку, не надо никаких этих аккумуляторов. И она целое лето подзаряжается немножко. Благодаря этим солнечным панелям. И вот эти вот жучки, они светят достаточно хорошо. То есть видно, когда выходишь в темноте, видно, куда идти хотя бы. Потому что в деревне без света это
Не очень. Не есть хорошо. Вот сейчас, кстати, интересно. О, заработал. Вот этот вот фонарь китайский классный. Простой, как грабли. Дешевый был. Вот он. И всегда выручает. Подходишь, он чик, включается. И чужой человек, если подходит, тоже включается. Вот так вот у нас тут светит это все дело. Вообще, конечно, вечер чудесный. Я хотя не очень люблю август, потому что считаю, что август это уже не летний месяц. Но вот так вот интересно, конечно. Эти кузнечики стрекочут. Вот такой у нас натюрморт тут вечерний. Да, вот наша деревенская баня такая. Ну, какая есть, что ты делаешь. Собаку мыли, песок остался. И вот так мы, так вот мы и живем тут. Овощи сейчас помою. Кстати, рекомендую. Очень удобная кабинка. Очень классный бойлер у нас тут получился. Вот. Все работает. Причем хорошо работает. Вот это вот тропический душ. Кстати, самая надежная вещь. Потому что вот эти джакузи, они работают только когда хороший напор воды. Но у нас он не часто бывает хороший. А вот это вот работает. Хорошо. Будем делать салат из трех разных сортов помидор. Ну вот так вот в деревне работает кабинка. Несчастно. Мы, честно говоря, когда ее смонтировали, зажили совсем другой жизнью. И вот этот бойлер тоже, купленный по случаю за 50 рублей, за 20 баксов практически. Работает целые полгода уже, работает без вопросов. Так, что тут еще выбрать такое? Да, наверное, уже хватит. А ты чай будешь, Таня? Вообще я не хочу. Я выпила из массана, да. Бутылку ёбаную. Ага. Поэтому вот я ее люблю, ничего. Не, а если я сейчас настрогаю салатик. Лучше вот таких помидоров своих ничего не бывает. О. Бо. Бо. И яйца, видите? Куриные. Они из магазина «Светофор». Нарезание произвольно. Квадратиком. Ломтиками. Короче, как Бог на душу положит. Вот так вот строгаем потихоньку. Помаленьку. Вот так вот трес туда. Не церемонятся. Особенно не церемонятся. С телефонами с их. Яйца, кстати, вот эти вот яйца натуральные, то есть от нормальной курицы, которую петух топтал, а не из этой из фабрики имени Крупской, да, которую никто не топтал, да, она бедная. Короче, не буду я эту мысль продолжать. Короче, это вот яйца, которые несут живительную силу нормальную. То есть, которые яйца, которые помогают. То есть, это яйца. Они такие изображающие яйца. Это не железные какие-то яйца, там, знаешь, дурачка старого. Это нормальные яйца. О, такие вот. Да, вот такая сметана у нас
по бедности, другую как-то. Я не понял. Что? Ты уже и здесь снимаешь. Да я контент этот, блин, это у меня болезнь уже какая-то стала, контент сделать. Не, шучу, шучу. Сметана брест-литовская. Кстати, классная сметана. Да, и вот простейший рецепт. Это такой, все такие бодрые рецепты. Берете вот эту сметану 20% хорошо. И вот так вот ее. Вот так вот. Все. И будет у вас самый вкусный салат. Солью только посыпать не забудьте. Ну и соль. Вот такая камьяна. Камьяна. Неядерная, правда. Неядерная, Таня? Не ядированный, потому что, ну, в закатке как бы ядированную не сыпят. И вот так вот посыпали, посыпали. Сметана хорошая. И все. И рекомендую черный хлеб. Вот к этому черный хлеб. Вот. Это наш тайный рецепт. Абсолютно тайный. Да, Таня? Хорошие помидоры. Не, ну, не надо меня посылать. Чего меня посылать? Ладно, хорошо. Короче говоря, хороший помидор никакой сметаны не испортит. Вот так вот. Просто красивые. Губки такие хорошие. Так, тихо, контент идет. С этим контентом, знаешь, когда в жопу. Вот, короче, вот такой хлеб. Вот такой вот. И приятного аппетита. Ужин. Ужин. Свечей сегодня не будет у нас. Уже стемнело. Будем ужинать. Чтобы нам не растолстеть. Ой. Ну вот, короче, салат мы уже умяли. И все. Выключаем свет в деревне. И вся деревня погружается во тьму.